Всем привет! В эту пасмурную осень мне, как обычно, захотелось творить. А поскольку видео про скрапбукинг я уже снимала, в этом видео мы с вами, прямо как в детстве, вместе сделаем коллаж из журналов. Первым делом нужно выбрать фон. Я выбрала черный картон в качестве фона. Выглядеть будет минималистично и лаконично. Первый журнал, который я выбрала, о путешествиях. Здесь есть как зимние курорты, так и летние курорты, домики, сады. Все, чего только захочется в воображении в процессе. Это очень прикольное чувство, когда ты хочешь вклеить себя в коллаж, и тебе не надо даже ничего печатать, просто приходишь и покупаешь журнал самим собой. Хочу это использовать в нашем коллаже. Прихватила журнал о свадьбах, потому что я девочка, и у меня в коллаже должно быть шикарное платье. И мой любимый National Geographic, потому что здесь часто бывают красивые фотографии и животные. Начнем выбирать наши картинки и выдергивать их из журналов. Я всегда это обожала в детстве, это была самая приятная часть процесса. Мне нравится зимний курорт, его мы будем иметь в виду. Да, пусть у нас будет машинка, самолет. Да, возможно, выдернем. Какой я ужасный человек. Порчу журналы просто так. Кстати, текст нам тоже может понадобиться. Где там я? Спряталась. Так, Саша, мы тебя... Ой, ой, осторожно. Что еще мы можем? Вау, крылья, вот что нам нужно. Лицо крупным планом. Вот это, мне кажется, очень подойдет. Блин, когда отрываешь обложку, чувствуешь себя, ну, прям совсем плохим. Раз кара, два кара. Вот это хорошая карьера. Ну, давайте начнем их вырезать. Вырезки буду складывать сюда. И сначала буду делать это неаккуратно. Я немного нервничаю, потому что мне кажется, получится полная наркомания. Хочется воссоздать мир фэнтези. В качестве базы хочу взять вот этот домик. Он напоминает мне Алису в Стране чудес. И смешать его с облаками, как будто он находится где-то в облаках. Ну а сверху хочу приклеить батлера, как будто бы он выливает из чайника облака. Сейчас пора более аккуратно все вырезать, поэтому я беру маникюрные ножницы. Все-таки очень не хочется случайно откромсать батлеру руку. Как мне нравится выбирать себе платье по вырезкам из журналов. Это же одно удовольствие. Даже ничего мерить не надо. Давайте мы просто наконец-то возьмем мое лицо и вырежем его, чтобы его можно было примерять со всеми платьями. Только это казалось проще. Такое ощущение, будто мне только что отрезали голову. Все будет сейчас зависеть от крыльев. Три платья. Платье номер один с моей головой. Номер два. Либо платье номер три. Давайте остановимся на платье с синей юбкой. Облака, белокрылые лошадки. Все испортила, фу, все в клее. И, наконец-то, мы клеим мою голову. Ну вот, ура. Хочу сделать ему голову животного. Наверное, козла. Прямо Тим Бертон какой-то. Да, несомненно, так лучше. Прям бредовее не придумаешь. Далее предлагаю вклеить в наш коллаж попугайчиков. Вот так вот пусть они вылетают. Если честно, это творение уже даже у меня вызывает вопрос. Я начинаю думать, Саша, что это такое? Я знаю, что мы сделаем. Мы вырежем стол и сделаем волшебный сад. Давайте разукрасим наш волшебный сад цветами из драгоценных камней. А вот что сюда добавить, хороший вопрос. Может быть, человечков с лицами животных. Дорогие дамы, это не потому, что вы животные, ни в коем случае. Я не хочу вас ничем обидеть. Просто вы часть моей творческой концепции. Получилось! Ну, а теперь клеим наш последний прекрасный ювелирный цветок. Я знаю, а к розочке нужно вырезать алые губы. Я решила обойтись только журналами и простым картоном. Но вы можете использовать что угодно. Наклейки, цветную бумагу, даже всякие ленточки, конвертики. Ну, вообще, для того, чтобы все время творить подобные вещи, мне нужно регулярно закупать новые скотчи, наклейки, бумагу и прочие канцелярские штучки. Чаще всего я заказываю все это через интернет и оплачиваю своей молодежной дебетовой картой Visa Сбербанка. Она выгодная, потому что я могу с ней покупать больше благодаря бонусам. Я подключила себе программу «Спасибо» от Сбербанка, и теперь за каждую покупку мне начисляется до 10% от суммы покупок бонусами «Спасибо», которые могу обменивать на скидки до 99% у партнеров «Спасибо». Один бонус – это 1 рубль скидки. Мне нравится делать подобные коллажи, и в будущем я хочу научиться делать их в фотошопе, поэтому я хочу купить соответствующую книгу. Со своей молодежной картой я могу купить ее за бонусы и доплатить всего 1 рубль. Все просто. Я не знаю логического объяснения этим своим идеям странным. Да, как красиво! Вырежем еще одни алые губы. Красная роза росла из красных губ.
нам нужно как-то заполнить вот эту часть коллажа. Я предлагаю заполнить его ювелиркой. Всевидящее око. Такое странное чувство вырезать чьи-то глаза и брови. Чувствую себя хирургом. Кстати, помните, я говорила, что можно будет для атмосферы использовать текст какой-нибудь статьи? Угу. Только попугайчиков теперь фиг отклеишь. Я оторвала попугайчику голову. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Не волнуйся, я приклею твою голову обратно. Ну, почти. Красавчик, давай. Идти. Мне даже не верится, что мы почти закончили. Та-дам! Кажется, мы закончили. Больше всего мне нравится верхняя правая часть с ювелирными украшениями и попугайчиками и нижняя правая часть, где люди с головами животных отдыхают в прекрасном саду с ювелирными цветами. Я надеюсь, вам понравилось это видео, так же, как и мне понравилось его снимать. Ну и я желаю вам хорошего настроения, много позитивной энергии, и я с вами прощаюсь. Пока!